Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. К вашему вниманию очередная задача от клуба дорог на знание правил дорожного движения. Все наши водители намереваются преодолеть данный перекресток в прямом направлении. Кому из них разрешено движение в данной ситуации? И нам предлагают следующие варианты ответов. Водителю трамвая, водителю красного автомобиля, водителю трамвая и водителю зеленого автомобиля, водителю трамвая, а также водителям красного и зеленого автомобилей. Правильный вариант ответа, как всегда, в конце видео. А пока вы можете выбрать свой вариант ответа, и время пошло. Итак, время вышло. Ваш ответ готов. А теперь вместе разбираем нашу сегодняшнюю задачу. Очередность движения и разрешенные траектории на данном перекрестке определяет регулировщик. Правая рука с жезлом выставлена вперед. Этот жест регулировщика несимметричный и с каждой стороны читается по-разному. Водителю синего автомобиля движение сейчас вообще запрещено. Без разницы, в каком направлении он намеревается двигаться. Водителю трамвая и зеленого автомобиля регулировщик разрешает выполнить поворот направо. Но из условий задачи мы помним, что все наши водители намереваются преодолеть перекресток в прямом направлении. В прямом направлении движение им запрещено. Так что водителям трамвая и зеленого автомобиля от нашего регулировщика придется дожидаться разрешающего сигнала. Водитель красного автомобиля приближается к нашему регулировщику со стороны левого плеча. Данным жестом регулировщик разрешает движение водителю в любом направлении. Он единственный из наших водителей получил разрешение преодолеть этот перекресток в прямом направлении. Правильный вариант ответа номер 2. Ну вот, на сегодня и все. Если разбор данной задачи был вам интересен, то ставьте лайк, подписывайтесь, поделитесь задачей с друзьями или прокомментируйте. А я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч!